лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях автор-исполнитель Антоний Галицкий. Мы с ним встретились на Лаврском мосту, обнялись. И это уже не первый раз, не первая наша встреча, а вот на телевидении первый раз. Антоний, что для тебя Александра Невская Лавра? Расскажи, пожалуйста. Здравствуйте, отец Анатолий. Здравствуйте, дорогие зрители. Лавра для меня то место, где я родился как православный бард. В 2001 году меня пригласили сюда. Пригласил никто иной, как Михаил Малевич, композитор и председатель жюри Александра Невского фестиваля. Мы с ним знакомы по совместной работе в хоре «Арфос», где я пою басом. И он пригласил меня, зная, что у меня несколько песен духовного содержания, православно-патриотических таких. Он меня пригласил на Александр Невский фестиваль в 2001 году. И вот я, выступив на фестивале, вошел в этот поток, в это новое для меня направление бардовской песни, и с тех пор вот в нем пребываю. Поэтому вот Лавра для меня, помимо того, что здесь, конечно, величайшая святыня, мощи святого благоверного Александра Невского, вот еще и такое место. А кроме этого, ты занимаешься научной деятельностью? Я давно уже занимаюсь психологией. В 1975 году я поступил на факультет психологии, в 1980 его закончил, с тех пор занимаюсь психологией, в конце концов оказался на родном факультете и работаю там сейчас доцентом. Вот, уже много семья, лет. Дети? У меня любимая жена Татьяна, пятеро детей, то есть я многодетный отец, и поэтому я педагогику и психологию знаю на практике. Так получается, что семья – это нагрузка большая с детьми, работа и песня. И песня, все-таки своим главным занятием. Своим главным занятием я считаю пение на клиросе Санкт-Петербургского подворья Валаамского монастыря. Все-таки это прямое служение Господу, и для себя я рассматриваю это как главное. А все остальное потом семья, песня, работа, и вот на четвертом месте у меня песня. Авторская песня для тебя это отдушина, да? Или способ Нет, для меня это сейчас... Раньше, конечно, было отдушина, когда я закончил школу по скрипке, я вообще музыкальную школу по скрипке закончил в городе Красный Луч на Донбассе, в Ворошиловградской области. Но потом началась эпоха Битлз, эпоха рок-музыки. Естественно, мы все бредили этими делами. Я освоил гитару, когда поступил в университет. Играл в университетском ансамбле. У нас был сначала ансамбль «Полигон», потом «Генератор белого шума». Мы даже в рок-фестивале выступали в Санкт-Петербургском. Когда он из подполья вышел, первые три рок-фестиваля, мы там этой группой участвовали. Это было отдушно тогда. Мы тогда, да, нельзя было многое говорить. Много возможностей. Да, это было так спеть. Но потом я все это забросил вообще. Хотя, вот повторяю, в те годы я пел не только рок-музыку, «Машина времени», там, естественно, «Битлз», авторские мы композиции создавали в нашей группе. Я, конечно, пел и Акуджаву, и Висборга, Высоцкого. Но потом, когда я перешел как бы на духовный уровень, меня стало интересовать духовные проблемы, я это все оставил. Но стали попадаться стихи уже православного такого духовного содержания, а навык класть их на музыку остался. И вот я стал православным бардом. Это уже для меня не отдушина, это для меня способ раскрыть свое православное мировоззрение. В общем-то, я этим занимаюсь в основном с целью миссионерской, катехизаторской, просветительской. Здесь в Александро-Невской лавре есть
Братство, да, Александр Невский? Да, есть Александр Невское братство, а наша Александр Невская певческая дружина, так стал называться наш вот этот клуб, сформировавшийся в ходе фестивалей, Александр Невских фестивалей православной песни. Они уже 12-й год проходят. Да. Вот. И вот в ходе этих фестивалей сформировалось такое ядро вот, единомышленников, которые занимаются совместным творчеством. Мы концертами занимаемся миссионерскими. Вот. И в конце концов родилось название «Александра Невская певческая дружина». И у вас фестивали проходят, да? Фестивали проходят, ежегодные? Да. Ежегодные. Международные. А, ну, если считать Украину, Белоруссию, Молдавию и Латвию за границей, то тогда международные. Я тоже участвовал в вашем фестивале в прошлом году. Конечно. Там, собственно, и увидели друг друга первый раз. Да. Я узнал, что есть... У нас очень много прошло через фестиваль поющих батюшек и диаконов, и вот в том числе... У вас я получил импульс хороший. Да. Я увидел много людей, вот, которые своим творчеством славят Господа. Да. Делаете хорошее, доброе дело. Вы в жюри фестиваля? Да, я в жюри. А вот ваше настроение внутреннее сейчас, ну и вообще... Если, как вы его передаете? Если говорить о внутреннем настроении и вот о доминанте моего творчества лично, то это тема покаяния. Когда я осознал, что есть един свят, един Господь Иисус Христос, безгрешный, глава церкви, Спаситель наш, а все остальные грешные, немощные люди, а попасть к Богу может только тот, кто чист сердцем, то я понял, что главное дело жизни – это, конечно, спасение, а оно достигается через покаяние. Не только я так считаю, святитель Игнатий Брянчанинов – это признанный авторитет, да, он так однажды сказал, что «покайтесь, приближи Бося Царствие Небесное». В этих простых и невитиеватых словах заключается все Евангелие. Вот, и вот так вот. То есть Евангелие, конечно, можно быть богословом, можно говорить, философствовать, рассуждать, но не покаяться и остаться грешным. Да, как ты считаешь, песня, вот, авторская песня, она может человека приблизить к покаянию того, именно кто слушает? Ну так... Это задача, да? Да, это сверхзадача. То есть это такой способ до сердца достучаться. Да, это мы в Александр Невской дружине рассматриваем песню как способ, поскольку люди любят песню, любят петь, любят гитару, так наш народ к ней приучен. Вот, и как раз вот я уже упоминал, да, и Висбор, и Куджава, и Высоцкий этому очень сильно послужили. То есть гитара и песня, она сближает людей, раскрывает душу, как бы размягчает сердце. А дальше только важно о чем ты поешь? Вот, потому что за каждое слово человек даст ответ на страшном суде. Я это точно знаю и в это верю. И поэтому, пока ты просто играешь инструментальную музыку, это хорошо. Но как только ты открыл рот и начал что-то петь, то дальше надо думать, что поешь, да. Потому что за это придется отвечать. Да, и это большая ответственность. Мы сегодня поговорим о слове, да? Вообще? Я думаю, что да. Ну, если мы заговорили о покаянии, то мне хотелось бы спеть мою песню. Пожалуйста, авторскую, где слова и музыка моя, которая вот эту тему... для меня наиболее таким глубоким образом раскрывает. Ну, так как я сумел это сделать. Боже благословите. С Божьей помощью. Песня называется «Четыре желания». Есть у каждого внутри. У меня сверхожидания, их четыре, а не три. А как первое желание в моем сердце на всю жизнь, да сподоблюсь покаяния, чтоб душе моей спастись.
второе есть желание. Не один, чтоб только я, а достигнув покаяния, вся спаслась моя семья. Ну а третье желание, чтобы всей родной страны путь обретши покаяния, спаслись дочки и сыны. А четвертое желание, чтобы в этот смутный век, не лишившись покаяния, спасся каждый человек. Твоего раба старания, Христе спасе, окрыли сердца моего желания. Если можно, утоли всемогущий Боже истины, кого можно, тех спаси. Дай нам все стерпеть и выстоять. Не оставь Святой Руси. Есть над чем подумать, да, каждому человеку. У каждого человека есть желание. Хорошо, что... Ну, я как психолог, да, я знаю, что есть иерархия мотивов, иерархия план, желаний. План. А какое тоже должно быть главным? Все-таки главным должно... Любые желания материальные, они конечные, да, они временные, потому что все, смерть кладет предел всему. А главное желание, раскрывающееся в вечность, это желание спастись, а оно достижимо только через покаяние. Поэтому вот такое у меня... Мы начали говорить о слове, да. Вначале было слово. Вот как ты мыслишь? Вот что ты сейчас видишь в современном мире? Как ты воспринимаешь слово? Как чувствуешь? Ну, слово и речь – это вообще предмет моей научной деятельности. У меня кандидатская работа моя была по педагогической психологии. Она называлась «Компьютерная диагностика обучаемости рациональному чтению». А чтение – это один из основных видов современной речевой деятельности. Да? Угу. И я в связи с этим я глубоко вошел в эту тему. Ну, и исследовал корни языков. Всегда считал, что санскрит – один из ближайших к праязыку, на котором до вавилонского столпотворения говорили люди. Но потом я прочитал книгу академика Шишкова, нашего великого академика вот, 19 века, «Славянский корнеслов». Угу. Вот. И... как специалиста в какой-то степени, он меня специалиста в какой-то степени в области филологии. Я, конечно, психолог, но в филологии вот тоже у меня пограничная такая область. Вот. Он меня лично убедил, что ближе всех к праязыку это древний русский язык. Вот. И после этого слова Пушкина о том, что великий, могучий русский язык, да, для меня стали по-новому звучать гораздо глубже и еще более весомо. Вот. И поэтому я считаю, что нам любой ценой нужно беречь древний славянский, теперь он церковно-славянский язык. И поскольку мне очень хорошо знакомы
церковнославянские тексты, синоксарии, тропари, кандаки, стихиры. Я все время их пропеваю, я всегда их осмысливаю. Каждое непонятное слово древнерусское, которое сейчас мы не понимаем, я его исследую. И я вижу какое-то богатство. И насколько... И вот тот язык, на котором сейчас говорят люди, по сравнению с языком Пушкина и Тургенева, это уже много ступенек вниз. А русский язык, по сравнению с тюркославянским, это тоже много ступенек. А что, у нас язык разрушается, что ли, получается? Ну, конечно. Это, я думаю, за счет чего? Я думаю, что я не открою сейчас никому Америку, если скажу, что русский язык, особенно среди молодежи, подростки, студенты в армии, полицейские, да вообще большинство людей, это они говорят уже матом, простите, это сквернословие. Нормативная лексика. Да, ненормативная лексика стала как бы нормативной. Если еще в наше время мы при девочках, при взрослых, при учителях что-нибудь такое сказать, это было немыслимо. Между собой-то, конечно, мы в подростковой среде, чего греха таить. Вот, это было немыслимо. То сейчас... Сейчас никто ни на кого не смотрит. И вот, в свое время, да, поэтому, когда мы говорим о русском языке, о богатом слове, мы, конечно, можем вот, читать, например, таких стихотворений, которые вот недавно прочитал, поскольку у меня на эту тему внимание заострено. И, да. Заострено. И я вот совсем недавно узнал для себя нового поэта. Он, кстати, тоже ученый, Валентин Семенов. Он профессор, доктор наук. Он директор НИИКСИ, научного института комплексных социальных исследований. Это одно из подразделений СПБГУ. Но кроме того, что он, я вот узнал, что он поэт совсем недавно, буквально две недели назад. Да. Да. И вот он читал это стихотворение, оно сразу меня как бы пронзило. И я вот его взял в свой репертуар, в свою тему, когда я говорю о слове или пою о нем. Вот хотелось бы сейчас прочитать. Да. Называется «Русская речь». Валентин Семенов. Без Бога не до порога. Вот мудрость народной Руси. А братья и сестры помогут на жизненном трудном пути. Привычное благодарю. Сказал, улыбнулся, забыл. Но это же благо дарю. Высокий библейский стиль. Когда говорим спасибо, желаем спаси тебя, Бог. Вот так в матершинной России живет православный слог. Душа христианка воистину. Внезапно безбожник крутой изрек «Слава Богу!» Мистика? Нет, дух его предков такой. И день выходной в России не Sunday, а воскресенье. В словах русских крестная сила евангельского откровения. Сильно. Да, сильно, правда? Да. Но если бы вот такие стихотворения учили в школе, дети бы их заучивали, декламировали. Да. А они что? Говорят в основном на каком-то таком сленге полублатном или откровенно на мате. И вот когда я с этим столкнулся, я на эту тему, кстати, выступал еще в студенческие годы. У меня были даже конфликты с моими друзьями. Я говорил, нельзя при девочках и при женщинах ругаться. Они говорят, да ты что? Бытие определяет сознание. Наше бытие какое? Вот мы поэтому так и выражаемся. Душа вот. Болит у тебя. Да, душа болит. И когда я в Москве в одном из храмов услышал проповедь батюшки перед исповедью, он сказал, он перечислил основные грехи и сказал вот о сквернословии. И подчеркнул, что когда мы сквернословим, то мы оскорбляем родную мать, родину мать и Божью Матерь. Он это так раскрыл, и меня это так пронзило, что я ходил с этим несколько дней, и родились стихи, а потом родилась песня. И только потом я узнал, что на самом деле это проповедь Иоанна Златоустова. У Иоанна Златоустова, великого да, учителя православного, у него есть просто слово о мате. И там он это говорит, а батюшка просто его пересказал. А я положил на музыку. Песню, да? Спой, пожалуйста. Да. Называется она «Простите нас». Это литературно поэтическо-музыкальное переложение слова Иоанна Златоустова о мате. Когда с наших уст срывается мат, сердца матерей от позора болят, на нас и на верцы
с ухмылкой глядят, а бесы в аду от восторга визжат. Простите нас, мамы и жены, простите, простите нас, дети и сестры, простите, простите за мат. Когда с наших уст срывается мат, у матери родины губы дрожат, враги на нее со злорадством глядят, а бесы еще веселее пищат. Простите, березы, поля нас, простите, простите нас, реки, озера, простите, простите за мат. Когда с наших уст срывается мат, у Матери Божьей туманится взгляд, прочь ангелы от богохульных летят, а бесы раскрыть врата ада спешат. Прости нас, Царица Небес и Земли, и Сына о нас недостойных моли, моли, да простит нам злословия смрад, простит нас за мат. Прости нас, Спаситель, за мат. Ну, мы люди мирские, да, грешные. Есть грехи у человека трех... человек согрешает тремя видами грехов. Грех мысли, грех слова и грех дела или поступка. Для мирян требование не грешить делом и словом. Для монахов не грешить уже и в мыслях. Поэтому вот я эту песню хотел спеть сегодня, когда мне отведено не так много времени на пение и беседу, чтобы наш народ задумался о том, каким богатством обладает, вот, и как это важно очистить нашу речь от вот этой обсценной, по-научному говоря, а на самом деле по-простому сквернословия. Я хочу тоже с тобой песней поделиться. Давай. Душа у меня тоже болит. Сначала хотел песню такую светлую спеть, но все-таки я передумал. «Свеча» называется песня. Непонятная дрожь и высокие стены, и никак не поймешь, не огонь ли в окне. Обязательно ждешь продолжение сцены, если сломанный нож заживает во мне. Это пыль на столе и размытые камни, и возможность еще в это сердце стучать и кричать по земле, разгребая руками. Может, есть еще место, где возможна свеча. Вся такая песня. Здорово, батюшка. Это как раз это в высоком таком образном, поэтическом смысле продолжение того, что я сказал. Вот хочется, чтобы люди в себе вот эту свечу зажгли, и чтобы да. В каждой душе можно каждая было... Душа, да, свечка. Да, каждая душа как свечка к Богу была. Да. А для этого нужно, чтобы были чистые мысли, чистые слова и чистые поступки. Да. Это все в желательном, конечно, ну, смысле. Конечно. Спой, пожалуйста, еще что-нибудь. Ну, если еще спеть песню, то мне бы хотелось спеть песню «Христос с тобой». Потому что... Вот мы, конечно, стараемся, да, и сами не грешить, и других призываем как-то и способствовать тому, чтобы люди жили чистой, благочестивой, праведной жизнью. Но это не получается. Вот почему? Потому что мы забываем о главном,
кто это может сделать. А главное, кто это может сделать, это Господь, Спаситель. Да, своими силами. Да, вот основатель, апостол Петр для нас, да, в честь которого назван наш город, город святого первоверховного апостола Петра. Mm-hmm. Вот на его примере мы это видим. Как только подумал, что сам, сразу тонешь и кричишь: «Господи, спаси!» А он рядом. Недавно я прочитал такую вот фразу, что быть близко или далеко к Богу зависит только от человека, потому что Бог везде. Он всегда близко. Да, он везде. Он и внутри, и снаружи. Вот он здесь. Да. А вот мы, как хотим, чтобы он вошел в нас, мы готовы к этому. Мы просим его об этом. Да. Ты предваряешь вот, песню, да? Да, и я предваряю песню. Вот в этой связи у меня есть такая песня. Она, по-моему, подходит для любого случая, для любой трагедии, для любой жизненной ситуации. Она сразу напоминает человеку, что Бог-то, Спаситель наш, Христос, Он рядом, Он с тобой. И Он может явить любое чудо. Только была бы твоя вера, твоя готовность к этому и твоя молитва об этом. Спасибо. И никто лучше, чем великий князь Константин Романов, об этом не сказал. И у меня родилась песня, она так и называется «Христос с тобой» на стихи Константина Романова. Когда, предвидя близкую разлуку, душа болит унынием и тоской, я говорю тебе, сжимая руку: Христос с тобой. Когда в избытке счастья неземного забьется сердце радостью порой, тогда тебе я повторяю снова: Христос с тобой. А если грусть, печаль и огорчение твоей владеют робкою душой, тогда тебе твержу я в утешение: Христос с тобой. Любя, надеясь, кротко и смиренно, свершай, о друг, ты этот путь земной, и веруй, что всегда и неизменно Христос с тобой. Христос с тобой, Христос с тобой. Спаси, Господи. Ну, я чувствую, вы как музыкант сразу понимаете, как это может вообще звучать, если да, это сделать по-настоящему. Хорошее. Это может очень... Основание для такой... Для гимна, может быть, даже. Ну, может быть, да. К сожалению, передача заканчивается. Я очень рад, что таким образом с тобой познакомился, потому что мы все время бежим, пересекаемся, где-то не успеваем даже поговорить. А вот такие передачи... Ну, так устроен современный мир, да, что с друг другом лучше познакомиться можно ВКонтакте. Я-то, батюшка, вас очень так смотрел, и ваши передачи «Мастерская» в помещении театра «Странник», вот ваша очень хорошая. А я где-то успеваю, пробегая мимо
Поэтому я вас уже хорошо знаю. Я до духовского корпуса загляну, смотрю, там Антонио выступает. Посижу и бегу дальше. А вот так вот поговорить с глазу на глаз не удается. Ну, даст Бог. Ну, батюшка, я же еще Господь не только как сольно выступаю, я еще в трех дуэтах пою. Берегите тепло с Настей Дубовой. Дуэт Вера, Вера большой, Вероника и Антон. Да. С Вероникой Кривошеевой Сергеенко. И с сыном, у меня есть сын Степан, он на фортепиано играет, на баяне. Вот. И у нас дуэт Асса, Антон Степанович, Степан Антонович. К сожалению, наша передача заканчивается. Всем Божье благословение, ангела-хранителя на ваших жизненных путях. С вами был священник Анатолий Першин, ведущий передачи «Лаврские встречи», и гость программы Антон Галицкий, автор-исполнитель. Божья помощь. До свидания. До свидания, братья и сестры.